Ребят, с вами Игорь, и сегодня мы будем играть в игру под названием Скидшотинг. И, черт побери. Да, здесь есть реклама, я, пожалуй, выключу звук, нафига он здесь нужен. Я не знаю, это игра работает по сети или нет, тут какие-то даже время есть, какие-то бонусы ежедневные. А что-то сейчас просто заценим, что это за игрушка, поиграю в нее чуть-чуть. Ну, может быть, вы решите ее скачать и играть. Ну что ж, welcome to Скидшотинг, короче, прицелитесь и попадите, да? Ёб твою мать, какое же здесь управление-то слишком уж переборчатое. А, понятно. В цель нужно было попасть, да? 9 очков, да. Нужно изменить управление, ё-моё, потому что оно слишком сильно двигается. Так, надеюсь, здесь вообще есть. Гребаное меню с настройками. Нет? Ты серьезно? Блин, это обучение гребаное. Ну, я понял, тут одним пальцем, короче, наводишься, а другим стреляешь. Черт, вообще как-то херово все выходит. Ладно, пофиг, короче. Такс. Конкретион. В общем-то, попробуем пройти хоть несколько уровней. Такс. Короче, за что-то дается звездочки, а за что-то нет. Такс, в общем-то. Интересно, вообще на время или как? Что здесь прицеливаться вообще убого. Убого какое-то управление вообще реально. Можно было бы изменить как-нибудь, ё-мо. Ладно, пофиг, короче, на рандомно прицелить. Чисто, чтобы набрать сколько-то очков. Нет, я еще и за это голосовать должен. Вы что, угораете за такое убогое управление? Что здесь шоп? Что здесь вообще в шопе можно делать? Так, это... понятно. Золотая какая-то версия Ремингтона. Шипом Беретта. Короче, Акураку. Я не знаю, что это за Акураку. Это типа попадание, точность. Я фиг узнает. Что это за нафиг? Тут еще и патроны есть. Ёпта. Понятно. Это что за... стабилити. Слушайте, это, наверное, зависит от того, как раз-таки, сможет, как чувствительность будет меняться, типа, да? Десяточка, ха-ха. Да, батя вышел на охоту. Давай. Опа-на, девяточка. Да, пофиг, на восьмерочку. Так, что тут еще нужно выстрелить чуть-чуть. Я не понимаю, что там за фигня появилась, типа, которая на заднем фоне двигается. Возможно, это типа бонусная какая-то шняга. Да я фиг узнает. Блин, вообще дается постолько мало монеточек. Регур скор, хит таргет, миссион лес. Че это за нафиг? Окей. Ё-моё, как я тебе так быстро должен с таким упоротым управлением-то стрелять? Ага, 4 штуки, да, нормально. Ладно, пофиг. Так, бонус, хит-бонус. Почему здесь нужно стрелять-то? Ёп, по шарикам. Шмаляем, такс. Не очень такое, что... и хорошее управление вообще прям... у нас еще бесконечный патрон, типа, да? Давай, я успел там застрелить какой-то маленький шарик. Сколько нам дали-то вообще? Кингс какой-то там... $17, да. Пипец вообще. Патрончиков надо купить. Сколько у нас там штучек-то? Чуть-чуть осталось, наверное. Экс. Че там, блин? Байлот или как-то так. 12 га, 16 патронов. 28 патронов, 10 патронов, что? Я не понял. А, может, га это типа дамага? Я фиг его знает.
Я не понимаю, это бесконечные патроны или нет. Ну, да ладно. Блин, я опять зашел на тот же самый уровень. Ладно. Пофиг, пройдем его еще раз. Да, убогое, конечно, управление. В принципе, управлять вполне себе возможно. Зарабатываем. О, тут еще двойные можно делать. Хоть это здесь продумано чуть-чуть. Так, ладно. Заработали мы 6 долларов. Что? Я сколько? Я 13 штук уничтожил. Ты че, блин? Вообще офигел. Короче, один раз можно пройти эту штуку и все. Так. Можно мне набрать как минимум 25 очков, да? Так. И давай. Ну. И. Оп. Давай. Блин. Ты херово все получается. Ладно, 31 очок или сколько там мы набрали? 40 получается. Нет, 39, да. В принципе, основную задачу-то мы выполнили. Get 9 rings. Чего-то там 2 штуки. А, по 9 очков 2 раза нужно было набрать. Ладно, пофиг. Мне, в принципе, все равно, как ты на звездочке. Я чисто решил поиграть для интереса вам. Зацени, что это за игрушка. Твою... Мы чё, по этим штукам, что ли, должен шмалять? Вы чё, совсем, что ли? Ха-ха. Yes. Да, я красавчик. В принципе, тут нужно было всего лишь один раз попасть. Ах ты, блин, я косой какой-то. Не, ну это реально как-то сложно малость управлять этим. Чё, с какой стороны ты полетит-то? Да, блин. Вот не поймешь, куда она что вообще полетит. Ладно, в принципе, мы прошли это на 2 звездочки. Вполне себе более-менее голодно. Я так понимаю, здесь патроны бесконечные все-таки. О. Так. Черт побери. Вот я косой-то, а. Вот я косой. Косой, 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 косой. Так, ладно. Давай. О, да. Хоть сколько-то 26 очков мы набрали. В принципе, более-менее нормально. 26 долларов, да. Офигенчик. Так, пошли на следующий уровень. Че, посмотрим. Так, ну ладно, мы, в принципе, за звездочками не гонимся, по сути. Ну же, поднимайся, ну. По 8 очков буду хоть как-то более-менее зарабатывать, чё. Чтобы были хоть какие-то денежки. Думаю, проходить я не буду, потому что толку-то и нету. Просто чисто заценить вам геймплейчик, саму игру. Отпишитесь, как вам она вообще. Скачали бы вы ее или нет? Блин, я чё-то как-то мимо косанул. Семерочка, ладно, покрыть. Семерочка, это более-менее нормально. На 2 звездочки можно проходить эту игру вообще полностью. В принципе, это более-менее реально. Просто давайте по целям, да и все. А, понятно, что это за... Нафиг такой тут... Всё, блин. Да, бан ему прям. Е-е-е-ха-ха. Ну, 4 цели с 5, в принципе, это более-менее нормально. Да, чтобы получить 3 звёздочки, нам надо было попасть 5, по 5 целям. Ладно, пофиг, чё. Я говорю, скор какой-то. Почему мы тут опять-то будем шмалять? По дискам, по этим гребаным. Блин, я косой. Я косой, чуваки, да. Я это знаю. Ладно. Давай, давай. Еда, ха-ха. Я уже примерно более-менее освоился в этой игрушечке. Такс. Давай, что ты где там? Блин, что ты какой-то кос... Блин, хотел добить, но это как-то херово это вышло вообще. Да, блин, чуть-чуть косо. Эх ты, блин. Не добил, не добил. Так, чуваки, подождите, я сейчас экран быстренько протер. Одна звездочка, ладно, пофиг. Мне как-то пофиг вообще на звездочки. Хорошо, что здесь еще энергии нету, а то это было просто упорото как-то играть в эту игрушку. О, по красным десяточки шмаляются. Ах ты, блин. Если видите красные и синие, то лучше всего, конечно, и по красным, и по синим шмалять. Ах ты, блин. Косой, 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 да я чуть-чуть. Ладно, у нас уже 491 рубль. В принципе, мы можем уже скоро купить новую пушечку. Новую пушечку за 2 штучки. Так, чё, она просто тупо будет стоять? Ладно, в принципе, здесь эта цель какая-то слишком уж маленькая. Так, давай, давай, давай. Ну, чё, давай. Так, ну-ка. 8 очков, да? Как-нибудь десяточку, ну,
Нет, восьмерочки только, восьмерочки только. Даже хотя бы девяточку нужен. По-любому тут задание девяточку. Девяточку, ну-ка. Нет, на восьмерочку. Нет, семерочку вообще. Ладно, нам самое главное было выполнить 300 очков, точнее, ну, для звездочки. Да. Так. Ё-моё, мы почему-то опять здесь смотреть, чтобы... А, понятно, почему. Понятно. Так, давай. Чуть-чуть не успел. Ах ты, блин, как-то они вообще быстро делаются. Появляются, не то, что в прошлый раз. А, Авангард, глаз чего? Чё? Я не помню, мне пушку предлагают купить. У меня нету денег на пушку. Ты даун. Что это за нафиг? Патронов я не могу купить. Может быть, что-то типа этого. Я фиг его знает. Так. Чё, может, я это какой-нибудь другой сезон могу выбрать? Нет. Нет, чуваки. Сибирь. Ух ты, блин. То есть 4 карты. Так, ну-ка. 13 уровень. Чё? Чё, нельзя, что ли? Ну. Так, вот. Эх ты, косой, косой. Вот я косой. Ну, давай. На, последний. Это мне игрушка напоминает как-то снайпер какой-то, я не помню как точно. Advanced. Pilot. Чё? Мне нужно 4 звёздочки, я набрал только лишь 2. Хм, блин, короче. Ну-ка, чё это за... А, тут есть даже всякие, типа... Купи, по донат, короче, здесь присутствует в игрушечке. Если вам понравится, можете в неё даже задонатить чуть-чуть, да. Так. Ладно, пошмаляем чуть-чуть. Твою... Вот я косой, да? Да, ё-моё, просто пытался быстренько все это уничтожить, но как-то мне это все херово вышло. Так, ладно, файл... Подожди, стоп, чуваки. Я, пожалуй, перезайду из игры, потому что меня бесит эта гребаная реклама. Да, надеюсь, она будет работать без рекламы, без интернета, точнее. Так, давай, загружайся. Надеюсь, ты сейчас быстренько зайдешь, так же, как в первую часть. Интересно, он тут есть, типа, автосохранение, потому что я не видел нигде, типа, сохранялки и тому подобного. Так, нам до сих пор предлагается купить донат. Странно как-то. Странно, да. Так, play 29 из чего-то там. Ладно, попробуем сейчас еще. Сейчас посмотрим, что тут за задание вообще нужно. А, хер узнает, какое тут задание вообще нужно. Ладно, короче, будем сейчас просто пытаться шмалять по всем. Аккуратненько прям. Ровненько, чистенько. Давай, я. Yeah. Фух, да, успел, есть. Да. Я успел, красавчик, да. Возможно, нам сейчас-то и дадут пройти один, перейти там на 13-14 левел. И что-то типа того, потому что я не знаю, какого фига. Это ёб твою. Косой, вот я косой. Уже две этих просрал. Они тут слишком быстро исчезают. Как я тебе должен шмалять тут? Advanced glass and make one shot. Worry stable. Гун, оружие. Черт побери, что я тебе куплю за 500 монеточек? Ты угораешь? Игра какая-то вообще непродуманная. Как я за 500 баксов могу купить себе какое-нибудь оружие? Тупое какое-то и здесь предложение, типа того. Так, 9. Угу. Ладно. Что это за нафиг тут вообще бродит? Ну-ка, стой. Эх ты! Что за... Эй! Ладно, попробуем перепройти. Может, два раза в девяточку попасть, я понял, да? Вот, да, раз девяточка. Так, стоп, подожди, я хочу в эту штуку попробовать попасть. И что? Я в нее как бы попал, и что? Ладно, пофиг. Два раза в девяточку я уже попал. В принципе, можно сейчас рандомчиком пострелять, но все же я хочу набрать как можно побольше очочков. Так. Ладно, пофиг. Пофиг, короче. Вот, отличненькая. У нас уже есть 3 звездочки. $615, да. Не густо, не густо вообще никак. Особенно то, что нам нужно где-то взять 2 штуки. Аж целых 2. Фух, попал. Давай, еще нужно 2 штучечки. И я пройду этот гребаный уровень. Эх ты. Причем по одному патрону как бы вставляет, а нужно всего лишь
можно стрелять хоть сколько. Да. Две штуки. Надеюсь, что нам, типа, сейчас засчитается то, что мы, типа, красавчики, да? Ах ты, твою... Косой, да. Нужно было аж три штуки повредить. Ну ладно, пофиг, короче, пофиг. Будем пытаться набрать хоть сколько-то денежек. Такс. Дабл. Десяточка. Давай. Опа. Блин, вообще неудобно здесь управление. Но, в принципе, к нему привыкнуть вообще можно. Можно к нему привыкнуть. Да, есть 40 очков. 40 очков у нас есть. $8 за 40 очков. Пипец, какие же добрые у нас разработчики, да? Так, ладно, что ж, попробуем. Твою... Вот как, я даже направить просто тупо не успеваю. Как я должен попадать по грёбаным целям? Блин, нужно по четырем попасть. Черт. Чтобы я набрал хотя бы одну звездочку. Так. Твою. Не успел. Черт. Отвлекся я на то, что у меня 15% зарядки осталось. Так, давай. Ты бесишь. Как меня бесит этот уровень, серьезно. Нужно хотя бы 4 мишени. Давай. Я сейчас просто должен это сделать. Если к этим управлениям нужно еще привыкать, хер знает сколько. Здесь слишком большая чувствительность. Неудобно прицеливаться вообще никак. Так, стой, давай. На пятый не успел попасть, ну ладно. Мы прошли все-таки этот грёбаный раунд. Так, ладно, переходим к следующему заданию. 14. Я думал, 15 штучек пройти, и все, нам этого хватит. Почему тут стрелять надо? А, вон почему. Твою, блин. Два выстрела было неудачных, да? Так, нам нужно, кстати, сейчас две штучки аж обезвредить. Уничтожить. Да, ха-ха. Прямое попадание. Снайпер. Так, давай. Твою. Эх ты. Черт побери. Ладно, все. Как ты не попал? Как это я не попал? Черт побери, я ж прям точно выстрелил. Эх ты, блин. Да ты ж твою. Ладно, тут еще, кстати, текстурки у этого чувака как-то стрёмно нарисованы. Да ладно. Да ёб твою. Всё, я просрал. Да, я попал в эту штуку. Чуть-чуть прям. А, кстати, он тут рано выстреливает. Как его? Несколькими пульками. Дробями, точнее. Ха-ха. Так, нам нужно еще одну обезвредить, и все. И мы прошли уровень. Твою. Эх ты, блин, а. Ладно. Черт. Да, я это сделал, черт побери. Мы прошли хоть и на две этих. Нужно было как минимум три сделать, чтобы получить третью звездочку. Ну да ладно, что, я не гонюсь как-то за этими звездочками. Они нам все равно ничего не дадут. А, это бонус левел 15. Да, я так понимаю, тут каждый пятый уровень типа бонусный. Так, вот. Как можно красненьких нужно побольше застрелить. Черт, пропустил красненький. Так. О, блин, какой же здесь этот... Нужен терпение, так сказать. Пытаться попадать во всем. Ладно, 16 уровень, последний. Чуваки, последний. Дальше, я думаю, вы сами разберетесь, что как нужно делать. Я чисто заценил вам геймплейчик в этой игрушечке. Да. По мишеням здесь самое легкое, это по тарелочкам вот самое сложное, самое фиговое, да? А так, в принципе, игрушечка более-менее нормальная. Главное привыкнуть к этому, к этой... К управлению. Вот, давай, ждем сейчас, и я попаду в девяточку. Девяточку нам нужно. Десяточку даже прям. Фух. Так, нам остался один патрон, и, кстати, мы набрали уже точно 35 из 35 очков. Здесь с каждым уровнем все усугубляется. 9 очков. Давай, девяточку. Ну, девяточку.
Восьмерочка, нет, блин. Я девяточку хотел. Хотя мы вот прошли задание. Нам нужно было два раза попасть в девяточку и один раз в десяточку, да. Круто. Ну что ж, сколько у нас? У нас уже натикало 20 минут. Ё-моё, как-то я слишком много заигрался. 700 мегабайт, нифига себе. Ну, по крайней мере, это меньше, чем Майнкрафт, когда я снимал. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых еще игрушечек. Сегодня я решил вам показать именно такую игрушку, потому что я три игрушки попробовал заснять. Это была первая часть того побега из госпиталя и третья часть побега из госпиталя. Ну, помните, когда я проходил вторую часть, да? В общем-то, первая часть у меня вылетала просто тупо, я не мог ее пройти. Как она у меня вылетала, и все, там заново начинается уровень. Потом третий я играл, там было жутко много рекламы, он у меня вылетал. Все-таки он сохранение как бы было, когда вылетаешь из этой игры, но я не понял, как там пройти ее просто. Потом я еще сказал еще одну игрушку, я просто тупо застрял на одном и том же месте там. Я выбрался из наручников, взял метлу, и все. Все остальные еще 8 минут, сколько там снимал, я ничего не смог сделать. Я тыкал по всему экрану, я вообще все способы перебрал, что можно было сделать. Там вообще ничего не делается, черт побери. Короче, такие вот игрушки я повстречал. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых видосиков по каким-нибудь еще игрушечкам. Я думаю, просто летсплей, так сказать, их. Ну что ж, ладно, все, короче, всем пока.